узнал, что выйдешь в стартовом составе? Вчера вечером еще обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру. Что скажешь по игре вообще? Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Да? Все не по плану пошло. И это удаление сыграло ключевой момент. К сожалению, игра была сложная для нас, но мы именно справились с тем, что выполнили установку, которая давалась в перерыве. И самое главное, что не падаем духом и готовимся к следующему матчу, он скоро. Вот эти два пропущенных гола, это не успели перестроиться или стечение обстоятельств, как думаешь? Я считаю, что это стечение обстоятельств, но и, понятное дело, надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть все-таки. Концовку смотрел с трибуны, как игра смотрелась? Игра, сложно сказать. Мы делали все, что могли, хотели отыграться, ребята полностью выложились. Еще раз повторюсь, что мы готовимся к следующей игре и сегодня уже забыли эту игру и будем просто работать дальше.